Всем привет, друзья! Я приветствую вас на водоеме пикник парка Роща. Сегодня проходит здесь любительский фестиваль соревнования по рыбной ловле. Соревнуются команды, состоящие из двух человек. В команде один поплавочник, один фидерист. Победитель определится по общему весу на команду. И также каждый из участников в своей дисциплине поплавок либо фидер определится финалисты, первые и вторые места в личных зачетах. Наблюдаем, пока рыбка отзывается не очень активно, всего пару поклевок, как мелкая, так и крупная. Но чем закончится и что окажется в наших участниках в садках, мы узнаем с вами после финишного сигнала. Ну а теперь пару кадров, давайте посмотрим, как это все выглядит. Приятного просмотра. Лишь механизация за тебя болела. Я ж тут без тебя вообще кто здесь. Лишь босс приехал и все наладилось.
характер и волю к победе. Вот. Конечно, водоем по опыту нам показывает, что можно ловить здесь большие веса. Но на сегодня, при сложившихся погодных условиях и сезона, имеем такой результат. В личном месте третье место по личному зачету по ловле фидерной сластью занял Павлов Михаил. 137 грамм. Ну и вообще, поздравляю. На, попробую слезть. Спасибо. Такой спор. Второе место Чешко Павел. А Сидорис, да? 286 грамм. Пожалуйста, два листа. Руку сделал. Надюша, оторвало. И первое место в личном зачете по фидеру Стрюковский Денис. Ура! 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 Ну, когда пойдешь на лесе. Ну, можно. 3 тысячи в ресторане Роща. Вот 5 тысяч. Теперь поплавочная снасть. Третье место. Самарев Алексей. Это плотва. Да, поздравляем вас. Поздравляем. Ну, там фотографы у нас есть. Второе место. Васильченко Дмитрий. Старобешевский знает. Поздравляем. Спасибо. Фото на память. Вот так. Первое место. Галицкий Владимир. Плотва высшая тема. Высшая тема. Какой вес? Коллективный результат. Третье место. Павлов Михаил Печерский Олег. Второе место. Чешко Павел и Галинский Владимир. Командный успех. Поздравляю. Да, Стрюковский Денис, да. И Стрюковский Григорий. Ура, молодцы ребята! Под завязку. Похлопаем все! Вам даже думать не надо. Вам даже думать не надо. Забрасывать. Рыба есть, говорю, лови. Да, даже, но, ребята, ну и как показалось всегда, просьба, от такого до вот такого. Просьба сделать коллективное фото. Да. На фоне водоема Териконов. Рыбалка удалась, ну, правда, без рыбы. А так что процесс прошел на ура. Время провели отлично, да. Расслабились, обалдеть. Посидели. Главное не результат, главное участие, правильно? Конечно, процесс. Процесс. Самое главное процесс. Почему, по вашему мнению, не состоялся клев? Клев, потому что еще рано. Вода холодная, не достигла того уровня, чтобы рыба выходила и кормилась. Все. Организация хорошая. Участвуем первый раз. Участвовали первый раз. И повезло. Ну, повезло. Я считаю, это просто было везение. Как бы водоем мне не знаком, я тоже на этом водоеме. Да, первый раз, поэтому мы не водоем, не знаем ничего. Ну, рыбацкая удача. На что поймался карпик у вас? На какую снасть? На фидер. Фидер, насадка мотыль. Три мотылика, крючочек 14 номера, волны русские. То есть эта комбинация у вас как раз сыграла? Да. Отлично. Ну что, я вас поздравляю. Спасибо. Отличное мероприятие. Надеюсь увидеть вас снова. Ну, если будет организация, значит будем участвовать. Участвовать, да. Ну, ни хвоста, ни чешуи. Чёрту. Всего доброго. Едем, едем сейчас. Едем обещать. Тарица. Все, счастливо.